Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли здесь, это Доки Доки, клуб качков, мы продолжаем. Я надеюсь, что в этой серии мы с вами закончим этот мод, говорили, что примерное прохождение его час, мы уже две серии отсняли в общей сложности больше часа, посмотрим, сколько долго это все еще дело продлится. Значит, мы находимся с вами в этом самом клубе, и Юрец у нас тягает, три стола поднимает вот так вот спокойненько. И наш главный герой говорит, я не собираюсь ее беспокоить, когда она делает что-то, что она любит. Я попозже ее поприветствую, когда она закончит. Погоди, а где президент клуба? Так, короче, Бафсуки, да? Бафсуки, ее решили называть Бицухи. Есть Нацуки, а есть Бицухи. Бицухи, будем ее называть, Бицухи. Нет, нет, Муникакл еще не пришла. Бицухи! Бицухи, интересно, что она делает? Обычно она первая приходит. А, возможно, она где-нибудь качается в другом месте или пьет какую-то водку. Да, возможно. Давай ее подождем, пока мы ее ждем. Бицухи думает, что Юрец ей нужна помощь. Неожиданно Юрец подняла свою голову наверх. Она she's blushing. Blushing, не знаю, что это значит. Эй, Юрец, ты что там делаешь? Руки Бафсуки, Бицухи. Бафсуки, Бицухи, ты розоволосая стерва. Ты что с ним разговариваешь? Я никогда не видел, чтобы Юрец так себя вела, пока я был здесь. Это было только первое. Я только один раз здесь был, а уже началось. Бицухи, она перекинула Юрца и начала поднимать какие-то столы. Да что с ней не так? Чё же она так сходит с ума по этим столам, чтобы поднимать их? Эй, Юрец, да все нормально, успокойся. Тебе нужна, может, помощь какая-то нужна? Ну на самом... У тебя с технологией как? Вообще стрёмно все. Все прекрасно. Ты можешь мне помочь с моим телефоном? Моя Nokia. Все мои файлы удалились. Возможно, Моника удалила твои файлы, потому что ты знаешь... Чё? Кто? Моника, подожди. Там, стоп. Назад отмотаем. Моника говорит. Моника удалила? Потому что Моника удалила твои файлы, потому что ты знаешь... Кто? Заткнись! Ты и все эти твои хреновые отсылки к играм! То есть все-таки клуб качков и литературный клуб настоящий начали переплетаться здесь. О чем они... Почему они так друг друга ненавидят? Девчонки, успокойтесь. Я позабочусь о телефоне, а вы продолжайте качаться. Юрец передала мне свой телефон. Я его перезагрузил, все файлы вернулись. О, господи, сработало! Спасибо тебе большое, руки-базуки. Ты просто гений. Я вообще на самом деле ничего не сделал. Да, это было нелегко, но я рад, что смог тебе помочь, Юрец. Я реально лицемер. Притворщик. Юрец пошла обратно качаться. Как вдруг дверь в комнату, в клуб распахнулась с таким очень громким звуком. Бэм! И эта дверь просто слетела с петель и упала на пол. Интересно, сколько раз они уже меняли эту дверь? Опа, Маникакл пришел у нас здесь. Ой, простите. Простите, а? Камскотс, я не знаю, что такое означает. Пожалуйста, простите мою шалость. Я немножечко запоздала. А где ты была? Мы все беспокоились. Ой, как это здорово, что обо мне все беспокоились. На самом деле я практиковалась в своих навыках дабстепа. Бум! А, так ты лобаешь дабстеп. Интересненько. И сколько ты уже лобаешь дабстеп? Ну, я начала не так давно, на самом деле. Так что я работаю над своей новой песней. Ой, ну тебе нужно показать эту песню нам однажды.
Я буду ее исполнять на культурном фестивале. Не могу дождаться, когда я это увижу. Как можно играть дабстеп на культурном фестивале? Ой, слушай. By the way, guys. Ребят, между прочим. Как вы думаете, что вы думаете об этом культурном фестивале? Но... Давайте лучше... After we show each other what we... Давайте об этом поговорим после того, как мы покажем друг другу, что мы подготовили сегодня. Мое тело готово. Я тренировался. Ладно, все, давайте. Время показать, какие движения вы... поделиться своими дурацкими sick moves. Какими-то движениями, короче. Я не понял, что это означает. Может быть, терминология какая-то есть в пауэрлифтинге или еще где-то. Поделиться своими больными движениями друг с другом. Я решил начать со славянки. В конце концов, она так, кого я знал больше всего. Я сказал, что я работал, тяжело трудился этим утром. Когда я подошел к ней, она была счастлива, что я ее первый выбрал. Руки-пазуки, ну-ка покажи-ка мне, что ты приготовил, а? А, вот мы можем показать деп. Пум, Starfish, я не знаю, что такое сквот, это, видимо, на картах сесть. Starfish, я не знаю, звездная рыба. Или пальцы вверх. Типа движение. Господи, чего они занимаются в этом клубе? Какой-то кошмар, давай деп покажем. Я сделал самый волшебный деп в моей жизни. Как-то так. Однако, похоже, славянка не была очень впечатлена. Действительно, она выглядела злой. Эй, чё такое, руки-базуки? Ты говоришь, что я думал, ты серьезно трудился изо всех сил. Да я правда, я целый вечер репетировал этот деп, Славутич. Ой, кука! Ой, вообще, это деп, у него никакой вообще экспрессии нет. Деп, это такой... A hard to master. Тяжела для... того, кто в совершенстве им овладел, даже... Тяжелее, чем себя выразить. Я вообще, на самом деле, разочарована тобой, блин. Ой, прости, прости, славянка. Я в следующий раз получше потренируюсь. Эй, давай, хочешь мое движение посмотреть, а? Славянка закрыла свои глаза, взяла глубокий вдох и уставилась на меня, улыбаясь. Так что ты думаешь? А ты что, вообще подвигалась или как? Может быть, недостаточно хорошо это сделала. Подожди, еще раз сделаю. Она опять глубоко взяла воздух и уставилась на меня. Прости, славянка, но я реально не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Кука, руки-базуки, что не видишь? Я годами тренировалась к этому движению. Погоди, это разве не может быть? О, так ты мне показываешь приседания свои, правильно? Пожалуйста, скажи мне, что это так. Да, да, кука, правильно. Ты можешь почувствовать глубину всех этих корточек. Я так тяжело трудилась. Господи, иногда мне интересно, то ли это алкоголь это единственная вещь, которую он принимает. Это было просто офигенно, славянка наша. Продолжай тяжело трудиться, что ж, ладно. Все пошло не так, как я планировал, но, по крайней мере... Так что за движение такое она придумала? Ладно, пофигу. У меня больше шансов будет с маникаклом тогда. Я посмотрел на маникакл. На маникаклу. На маникакла. Маникаклочку нашу. Она уже тяжело трудилась, делала отжимания. Прямо посреди класса. Ой, привет опять, маникакл. Че, как у тебя тут делишки-то? А, ты имеешь в виду мои... Тайтс. Мои невероятные... Не знаю, что это. Тайтс. Что-то такое. Тайтс. Мышцы пусть будет. Да все нормально идет. Я сегодня практикуюсь. А, движение, которое я сегодня отрабатываю, самое лучшее. Да-да, конечно. И самое скромное. Почему бы ты не покажешь мне то, что ты приготовил? Я хочу посмотреть... Давайте сделаем Starfish. Я не знаю, что это за движение такое. Я позволил себе... А, вот сейчас он расскажет. Я позволил себе прыгнуть на пол, как будто я реальная звездная рыба. Или Starfish это... Это золотая рыбка. Нет, Star, наверное, звезды. Звездная рыба какая-то.
и начал там колбасить. Может быть, это вот это? Знаете, на полу так прыгает. Мани какал не была, не выглядела очень счастлива. Да, по-моему, она не очень счастлива. И даже не смутилась. Руки-базуки. Какого хрена ты мне тут показываешь? Это движение Starfish. Я тяжело трудился. Что это такая личная композиция? Ой, я тебе сказала, что надо делать дурацкие движения, да? Ой, почему? Вот почему ты так себя ведешь. Как Starfish, звездная рыба. Я великая личность, но я не могу это принять. Мне пришлось согласиться, что она великая личность, но... There really a need to... Но разве обязательно теперь из-за этого злиться? Что ж, извини, я в следующий раз получше сделаю, подготовлюсь, я обещаю. Да все нормально. Ты выглядишь, как будто ты действительно трудился, так что все нормально. Теперь давай я тебе покажу свое движение. Пожалуйста, давай, продолжай. Маникакл присела на корточки. Так что я увидел... А, видимо, ее эти самые... Бедра, наверное. Ну, типа мышцы на бедрах. Она присела, короче говоря, и я увидел, как ее мышцы на бедрах начали напрягаться и увеличиваться. Чего она сейчас собирается сделать тут? Неожиданно она подпрыгнула в воздух. И в воздухе подарила мне самое божественное подмигивание, которое когда-либо видел. Однако, когда она приземлилась, то пол сотрёсся. Бум! Он действительно начал трястись. Какого хрена? О, тебе не понравилось? Я так тяжело трудилась, репетировала это движение. Нет, мне понравилось. Это было вообще трогательно. Ой, ты такой сладенький. Ладно. Ты в следующий раз у тебя лучше получится. Я до сих пор еще не понимаю, почему мое движение Starfish, что с ним было не так. Но маникакал не выглядело теперь уже опять злой, разгневанный. Полагаю, надо пойти и показать Юрцу мои движения. Может быть, я должен, по идее, как-то понять, какой девчонке какое движение больше понравится? Может быть, так? Я должен был показать определенное движение определенным девчонкам. Не знаю, если это так, если вы знаете, что это действительно так, напишите об этом в комментах. Но надо показать ей все, что я могу. Я увидел ее dangling from the ceiling, что свисающую с потолка с работающим телефоном в руках. Ладно, бред какой-то. Эй, Юрец! Как только она заметила меня, она сразу же прыгнула, приземлилась на пол. Она выглядела смущенной. О, руки-базуки, пожалуйста, забудь то, что ты только что видел. А ты вообще о чем базаришь, я не понимаю. Она улыбнулась. Это хороший знак. Я хотел тебе показать мое движение. Я знаю, что тебе нравится поднимать, ну, типа, качаться. Так что я крутую штуку для тебя приготовил. Правда? Ты что, обо мне правда думал? Немножечко. Вот столечко. Конечно, я думал. Юрец выглядела счастливо. Я рад, что смог хоть как-то немножечко изменить ее день, честно. Пожалуйста, покажи мне, что ты приготовил. Ну, давай покажем ей, не знаю что. Что мы ей покажем? Давай покажем... Сквот надо было. Ну, если бы я приседание показал бы Сайори, то тогда она наверняка бы меня засмеяла, потому что она же у нас супер-пупер приседальщик. Ладно, давай пальцы вверх покажем. Я разогрел свои пальцы, глубоко вдохнул и показал самые крутые лайки вот так вот. Так же, как вы, ребят, ставите лайки этой серии, так же и я показал Юрцу свои лайки. Вот эти вот пальцы вверх. Юрец сейчас что-то там... Я не понял, короче говоря, была она... I don't get why she... Я не понял, почему она не была впечатлена. О, руки-базуки. Я не думаю, что это было за... В смысле, недостаточно круто? Да это мое самое лучшее движение. О, я не вижу... Link. Не вижу связи с качанием. С качалкой. Я должен был вложить какие-то эмоции. А все, что я увидел, это просто большие пальцы вверх подняты. Прости. Да ладно, извиняйся, мне...
А и мне жаль, что я так стрёмно все это дело выполнил. Я в следующий раз получше сделаю. Покажи мне свое движение. О, да-да-да. Я готов. Я тяжело репетировала. Трудилась. Она вдохнула, потерла свои глаза и неожиданно... По-моему, да. По-моему, литературный клуб начинает проникать в клуб качков. Молчит, смотри, молчит. Что за черт? Это было как будто Юрец сейчас была другой личностью. Ну и как это было? Это, в смысле, а что? Я тебе просто показала свою лучшую улыбку. Улыбаться тяжелее, чем качаться для меня. Ну знаешь ли? Ух, дерьмо, я даже не могу понять. Она... I can't tell she... Она испугала меня просто до усрачки. Это правда меня удивило, но я, слушай, не... Мне похоже, я не увидел твою улыбку. Но это было очень приятно, отличная работа. Ой, я правда тронута. Спасибо сильное, большое-пребольшое. Ладно, ладно, иди практикуйся, увидимся позже. Она мне слегка улыбнулась и... Господи, спасибо. Это же ее нереальная улыбка. Смотри, опять, а у нас, смотри, опять Сайори повесила здесь. Видите, на заднем фоне. Короче говоря, не так прост этот мод, как кажется. Я никогда это не забуду, никогда, клянусь, что она была на секунду, стала другой личностью. Другим человеком. И в конце концов я решил пойти к Бицухе и показать ей свои движения. Я подошел к ней, а она сидела спокойно у стола. Привет, Бицухи! Руки-возюки! Бицухи, рада тебя видеть! Че, серьезно? Че, как делишки-то? Ладно, забудь! Ну-ка покажи быстрые движения свои! Я не знаю, какой ответ я ожидал. Да-да-да, смотри, сейчас тебе лучше всех покажу. Серьезно? Бицухи счастлива! Ну, немножечко. А я имею в виду, короче говоря, ладно, я рад, что ее выбрал последний. Не то, что она мне не нравится, просто знаешь ли. Так получилось, что последний оказался. О, Яра, что ты счастлива. Давай, сейчас покажу тебе свою движение. Да, пожалуйста, давай показывай быстрее. Бицухи хочет увидеть. Ну, пойдем, сквот ей покажем. Сядем на карты. Я почувствовал, что слова Сайори... То есть славянки наши переполнили меня. Я мог почувствовать вкус водки, когда я присел на корточки. Я увидел, как Бицухи скрывает свой ржач. Чё, я так стрёмно выгляжу? Ну, руки-базуки. Как Бицухи тебе может сказать? Что, стрёмное приседание, что ли, а? I was one with... Я же их тренировался вместе со славянкой, клянусь. О, Бицухи не может это распознать. Ты выглядишь маленьким, когда приседаешь. Бицухи не может тебя увидеть. Чё за фигня? Ой, ладно, тебе не понравилось. Нет-нет, Бицухи правда понравилось, но я еще не увидел. Ладно, в следующий раз лучше будет. В следующий раз должно быть получше. Ладно, давай показывай, что ты будешь делать, мне интересно. О, ты будешь впечатлен, руки-базуки. Бицухи подняла свои руки в воздух и начала мотать ими. Во все стороны начала ими вот так вот мотать и сломала 4 стола одновременно. Я не знаю, чем я должен тут быть впечатлен или ржать должен прямо сейчас. Ну чё, как? Я подавил свой ржач. О, это было невероятно, Бицухи! Я бы хотел быть таким же крутым, как ты. Однажды ты станешь. Если надо, Бицухи тебя научит. С большим удовольствием. Нужно признать, что я себя хорошо чувствовал с такой... с такой милой, женственной девушкой. В любом случае... Ладно, иди отдыхай, я тебе попозже тебя это найду. Увидимся, руки-бажуки. Ладно, в конце концов все закончено. Что теперь-то делать? Я посмотрелся вокруг, увидел славянку и спросил, что делать дальше. И Маника как он начала говорить. Мне нужно поаплодировать руки-базуки, то, что он здесь справился с заданием. Чё? Разве...
Я же провалился, ну. Я часами тренировался, но ничего не смог. Но я не мог достичь самого, не знаю, какого-то модестест, самого-самого какого-то модестного заголовка от, или титула от Маникакла. В конце концов, все эти девчонки начали аплодировать, и Маникакл выглядела очень удовлетворенной. Я хлопала громче всех. Конечно, безнадежная. Ну что ж, ладно, спасибо, девчонки. Я в следующий раз лучше подготовлюсь. Руки-базуки. Похоже, что тебе придется действительно тяжело трудиться очень скоро. Что, почему? Я же говорил, что мы будем сегодня обсуждать культурный фестиваль. Так что мы собираемся быть самым лучшим клубом в этом году. Ай, что бы еще другого можно было ожидать от нее? Типичный маникакл. А что ты реально собираешься делать? Ну, конечно, мы что-то будем делать, связанное с клубом и качков. Вот поэтому мы и практикуемся в этих движениях сегодня. Блин, это что-то дурно пахнет идея. Ну, я имею в виду, что я, знаешь, не на том уровне, но типа того, это... Да не беспокойся, руки-базуки. Все пройдет хорошо. Можно нам еще немножко попрактиковаться? Ну, завтра, например? Конечно, конечно. Выбери свое движение и просто покажи его перед всеми. Говоря о стрессе. Но это не единственная штука, которую нам нужно приготовить, мои маленькие камрады. Вот еще больше есть. Куда же еще больше-то, а? Сколько на ней еще страдать придется здесь? Так что нам надо сделать? Мы собираемся позаботиться о презентациях, обо всех подготовках презентаций. Я собираюсь написать открывающую речь, вступительную речь. Я же такой потрясающий писатель, я... Это будет великолепно. А что мы должны делать? Почему вам, ребята, друг с другом не поговорить и не решить? Маникакл мне подмигнула и сделала жест, чтобы я пошел с другими девчонками поговорил. Вот они мои красоточки. Ай, как же мне из этой ситуации выпутаться? Что ж, ладно, могло быть и хуже, я полагаю. Ну, по крайней мере, это не тупик. Блин, ну почему Юрий не могли нарисовать нормально? Ну, хоть лицо бы ее обычно поставили, там вытянули бы подбородок и... Итак, девчонки, что будем делать? Есть какие-то предложения? Кука! Я знаю, что я буду делать! Я полагаю, что я знаю, о чем она. Что ты собираешься делать, славянка? А чё б не пойти, не пошопиться, а? Пойдём и водочки достанем. О, я это знал. Я не знаю, слушай, разве водка может быть приемлема? Бицухи начала разминать свои... Мяло, короче, свои руки. Я знаю, что... Что школа примет. Такой перевод. Ладно, ладно, Юрец, Бицухи, вы все на... у вас... Вы не против, что Славенко такую роль займет? Ну, конечно, все нормально с Бицухи. Да, со мной тоже нормально. Хорошо, ладно, давай теперь дальше двигать. Бицухи, тебе же нравятся плюшевые игрушки, правда? Как ребенку. Ты чё? Ты чё хочешь, чтобы Бицухи побила, выбила всё дерьмо из тебя, а? Ты дурилка картонная. Пожалуйста, продолжай, ты... Как это? Розоволосая стерва. Ой, эти две просто невыносимые, они ненавидят друг друга. Заткнитесь! Девчонки, сейчас не время. Вы все, вы обе замечательные личности. Давайте не будем тут прожаркой друг друга заниматься, окей? Ой, прости, руки-базуки, я не это имела в виду. Бацуки, Бацуки, тоже ей жаль. Бацуки, попробуй себя по-другому вести. Они посмотрели друг на друга последний раз. Я знаю, это взгляд. Это означает, что все еще не кончено. Ой, ладно, я, короче, побеспокоюсь о том, что об этом в следующий день какой-то моя приоритет, это подготовка к фестивалю. Ну чё, Бицухи, я видел, что твои плюшевые игрушки, их коллекция в шкафу замечательно себя чувствует. Да,
Бицухи проводит много времени, чтобы свою коллекцию организовать. Ладно, ладно. Это очень хорош. Мы можем использовать этот навык. Почему бы тебе не украсть эту комнату, а? Славянка говорит. Блин, руки-базюки. Ты чё? Когда у тебя начали хорошие идеи в голову залетать? Я не знаю, я просто... У тебя что, еще какая-то есть хорошая идея, Славянка? Эй, ты достал меня! Ладно, ладно, звучит как будто хороший план. Ну все, все согласны с этим? Да-да, звучит хорошо, да-да-да. Комната будет потрясающе выглядеть, если Бицухи за нее возьмется. А, да не важно, просто... Пожалуйста, только рыжая, в смысле розовая. Не все, не испогань. Клянусь, я уже ненавижу... Just freehead. И клянусь, это уже чистая ненависть пошла. Бицухина со своей стороны удивительно оставалась спокойной. Она просто не замечала Юрца и игнорировала ее. Ладно, давайте все, вот и разобрались. Так что два из трех уже сделано. Хорошо, спасибо, руки-базуки. Бицухи очень ценит твою помощь. Так, теперь о тебе, Юрец. Как только я повернулся к ней, Юрец сразу ее выражение лица смягчилось. Она такая милая, это невероятно. Юрец говорит. У меня нет никаких специальных талантов, знаешь ли. Да не говори, так уверен, что ты много можешь сделать. О, ты правда так думаешь? Что мне сделать? Дерьмо. Мне иногда надо просто заткнуться. Ну, правда, серьезно. Она немного-то может сделать. Я думаю, что ты могла бы подготовить сцену. Ты достаточно раскачанная, чтобы с этим справиться. Как я вообще мог родить такую потрясающую идею? Похоже, что ей не понравилось. Руки-базуки, это потрясающая идея. Спасибо тебе большое. О, похоже, понравилось. Да нет проблем, Юрец. У тебя много талантов. Тебе просто нужно использовать, научиться их использовать. Ой, это такое клишированное выражение было. Ну ладно. Но до тех пор, пока Юрец чувствует себя уверенной, все в порядке. Так, девчонки, все? Рассортировали? Кука, руки-базуки. Ты чё, кое-что забываешь? В смысле забываю? Я же нашел вам всем роли, правильно? Нет, на самом деле. А чё насчёт тебе? Ох, блин. Надо с этим тоже разобраться. Ладно. Это будет возможность как-то приблизиться поближе к одной из них. А почему бы мне не помочь одной из вас, а? Так что мы можем быстрее это все сделать. Девчонки, похоже, были очень счастливы. Я думаю, что... Они счастливы, что я буду здесь помогать. Так, что ж, и кому же мне нужно помогать? И вот варианты, да, кому мы будем помогать. Кому мы будем помогать? Да я не знаю, давай Маникаклу будем помогать, поскольку мы в других, в основной игре мы не помогали ей. Я думаю, что Маникакл буду помогать. Она не слишком много ли говорит, а? Я увидел, как Маникакл подняла свою голову и посмотрела с конца комнаты. Сейчас, Сань... No with her head. Она сделала знак, что типа нет, не надо мне помогать. Маникакл, ну почему? А я сама справлюсь. Я хочу быть в одиночестве, когда я пишу самую лучшую поэму свою. Ну, в принципе, понятно, так что давай, удачи. Ладно, я тебя оставлю одну. Что ж, блин, как меня отвергли только что. Ладно, мне все равно придется кому-то помогать из вас. Кому мы поможем? Давай, Славьёре, поможем. Славянка, я думаю, что мне надо тебе помочь, потому что ты водку бухала вчера весь день. Блин, руки-базуки, это не была не моя вина. Это потому что все, этот магазин был плохо организован. А, то что она разбила бутылки, может, это из-за этого? Может быть, тебе не надо просто на кошке перестать ходить, знаете ли? Я не сомневаюсь в этом. Но суть в том, что я тебе помогу, а эти такие расстроились. Ты же не пойдешь сегодня в магазин за водкой, так ли? Она опять на меня посмотрела. Такая надутая. Ладно, она, похоже, правда собиралась идти водку покупать. Я принесу для тебя товары из магазина, а ты мне поможешь
и помогу тебе выбрать напитки на фестиваль. Напитки на фестиваль к школьникам. Школьники придут, они водкой палить будут, да? Ой, я рада, что ты меня выбрал, Рокки-базаки. Мы с тобой уже время не проводили целую вечность. Да-да, вчера проводили. Не надо мне тут зубы заговаривать. Ладно, встретимся, короче говоря, на уикенде. Бицухи и Юрец выглядели счастливыми. Не выглядели счастливыми, как обычно. Мне интересно, что было не так? Ой, это так естественно для тебя и быть со славянкой. Она же друг твоего детства. Да, Бавцуки, Бицухи согласна. Это было лучшее решение. Ну, по крайней мере, они с чем-то согласились. Давайте двигаться дальше. Это шаг вперед, говорит. К сожалению, я не мог всех их сделать счастливыми в этой ситуации. Это была стресса такая, неустойчивая ситуация, так что надо, короче, двигаться дальше. Ладно, все, давайте так и сделаем. Отправляемся по домам, и спасибо вам за сотрудничество. Я посмотрел на Юрица и на нашу Бицухи, как я сказал это. Увидимся, девчонки, позже. Блин, увидимся, Рокки-базыки. Бицухи! Бицухи! Тебя позже найдет. Да, увидимся позже. Маникакл сохраняла. Да, сделала знак мир, видимо, вот так. Как-то, да? С конца комнаты. Ладно, все, давайте, пойдем. О, этот клуб меня измотал вообще. Ну ладно, мне надо какое-то новое крутое движение подготовить для фестиваля. Говоря об этом, мне надо поработать над своими движениями. Отправлюсь-ка в магазин книг и найду что-нибудь об этом там. Я посмотрел на часы, было всего лишь 4:30 дня, видимо. Это поможет мне убить время. Ну что? День надо, да, нам завершить? О, классные книги. Мне на самом деле понравилось. Я нашел там кое-что полезное. Я уставился в маленькую книгу, которую только что купил. «Тупые движения для дебилов». Называется. Я прочитал оглавление и услышал, как кто-то меня зовет. Эй, Рокки-базыки! Do you want to talk with the best? Ты хочешь лучше поговорить? Я быстро понял, кто это такой. А, это Маникакл был. Блин. Ладно. Разве ты не сказал, что собираешься идти домой после клуба? Да нет, я решил тут немножечко информации о тупых движениях найти. Ой, так круто. Ты такой молодец, так стараешься. Ты это для меня? Стараешься. Чё такое? Чё? Мне интересно, в чем ее причина вот этого его комплекса Наполеона? А ты что здесь делаешь? Я просто шла домой. Я вышла сразу же после себя. Я неожиданно захотел узнать больше о Маникакле. Конечно, да-да-да-да, заливай. А почему бы нам вместе не провести чуть больше времени? Мы едва ли с тобой сегодня разговаривали. Маникакл, hesitant, я не знаю, что такое. Похоже, она выглядела, ну, как бы... Она ждала, короче, этого. Ой, да ладно, ничего, если ты не хочешь, по крайней мере. Я не самый развлекательный парень из всех. Ладно, давай. В конце концов, я очень далеко от того, насколько ты крута. Так что я не такой крутой. Нет, все не так. Это просто ты должен больше проводить времени с другими. Она не сказала. She didn't say she's cool. В этот раз она не сказала, что она самая крутая. Интересно, что с ней не так? Нет, я хотел проводить время с тобой. Плюс ко всему... Я ж теперь должен, по идее, быть один дома. Так в чем же проблема? Ну что ж, если ты настаиваешь... Ладно, я тебе уделю несколько минут своего времени. Вот отлично. Вот это Маникакл, которую я знаю. Она выглядела немножечко более счастливой. Тогда что, может, пройдемся немножко? Конечно. Я знаю хорошее место. Ух, смотри-ка, раззабыть это у нас развивается. Это место абсолютно потрясно. Эй, Маникакл, ты сюда часто приходишь? Да, мне чувствую себя иногда... Хочется в одиночестве побыть и подумать. Слушай, ты в порядке, что меня сюда притащила? Я увидел, как Маникакл, то есть Contracting, начали... Ее мышцы начали подпрыгивать. Это что, знак? Да. Ты выглядишь личностью, которой можно доверять. А ты знаешь ли, если что-то не так, ты мне можешь сказать обо мне, понимаешь? Я здесь, чтобы помогать. Маникакл вздохнула.
Я чувствую, что я не заслужила быть с тобой вместе сейчас. Which is why... Вот почему я покинула... You with the others. А почему я оставила тебя с другими девчонками там раньше? В смысле, что ты имеешь в виду? Я реально ценю твою компанию, знаешь ли. Да, очень красоточка у нас такая. Я бы никогда от нее не устал. Она такая прекрасная, такая женственная. Почему бы этим просто не наслаждаться? Я даже не знаю, почему я себя так чувствую. Я чувствую, как будто, ну, знаешь ли, должна себя так чувствовать. Как будто я не должна проводить время с тобой. Да нет, нечего терять. Я хотела кое-что спросить. Так вот, почему ты все время в такой вот превосходящей манере со мной разговариваешь? Дерьмо, я это сказал. Неожиданно маникакал, а ее выражение лица вообще не изменилось. Частично. И факт того, что у меня просто недостаток уверенности. Чего? Ты? Ты ж всегда самая милая девчонка из всех во все времена и во всей школе. Всегда была самой лучшей. Потому что я просто пытаюсь поддерживать хороший имидж себя. Но я всегда... Жизнь все время подкидывает какие-то соревнования, как бы, чтобы чувствовать себя лучше насчет себя самой. Да, вот это да, вот такое вот чистосердечное признание. Я знаю, что мои слова не очень много значат, но я знаю, жизнь не такая уж простая, но ты потрясающая личность, Маникакл. Конечно, ты не можешь полностью искоренить недостаток уверенности, но ты можешь быть уверена, что весь клуб качков любит тебя. А в конце концов, никто бы из них не существовал без тебя, правильно? Похоже, мне начинает нравиться в клубе. Маникакл теперь уже выглядела куда более счастливой. Ты прав. До тех пор, пока я могу качаться со своими друзьями, я счастлива. Я могу проводить время... С кем захочу, в конце концов. Да-да, вот это дух, вот это я ценю. Спасибо тебе, руки-базуки. А у тебя есть талант подбадривать людей, знал ты об этом? Я верю, что это было неправильно, но... Не могу выйти. Что-то put my finger on why. Не могу точно сказать, почему. Что должно быть... Хочешь еще куда-нибудь пойти, а? Ой, хочешь достать специальный Tic Tights training session? Какую-то специальную тренировку по Tic Tights. О чем это она вообще говорит такая? I can't say no to more time with you. Я не могу сказать нет, чтобы не провести время больше. О, звучит классно, надо попробовать. Следуй за мной. Пойдем в еще более тихое место. Где она только находит такие потрясающие места? Слушай, что такое? Романтика какая-то начинается у нас здесь с таким мужеподобным существом. Это место выглядит прекрасным. Давай-ка начнем-ка с разогрева. Маникакл попрыгала несколько раз. Да они вообще помешались, короче. Так что пол тут сотрясался. Вот это совершенное сочетание энергии и милоты. Твоя очередь, знаешь ли. Ты не сможешь быть такой же, как я, круто.